Так, если что, левая, значит левая работаем. Если правая, значит правая. Не прям. Давай левой, левее, левой, левой. Вот, нам вот эту тему. Да, 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 да. Да. Да, Сань, да. Правой чуть. Правой. Во. Левой, 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 левой. Во. Левой. Теперь все, правой, да, правой. Правой. Правый камень проходим. Левый. Левый. Вот здесь проходим. Отлично. И левее сразу. Вот здесь правой. Вот. Правый. Да. Да, да, да. Правый. Правый. Левый. 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 Оп! Левый. О! Оп! Йо! Вот это кайф! Саня, вообще отработали на 10 из 10. Ху! Ёптер, малаха! Все в воде. О! Красота! Прям по язычку, Андрюх. И по язычку, и правее будем набирать. Трогай, не трогай. Правым. Стоп, стоп, стоп. Левым. Правым. Правым. Левым. 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 Правым. 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 Левым. 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 Правым. Правым. Там дальше серьезно. Прям левее чуть-чуть. Левым. Я тону.
Неплохие валы. Бочка. Давай ее, знаешь что, Лёх, слева, да, пройдем по валам. Там еще одна. Но скорость наберем и пробьем. Ты правым, а я левым. Правым, Лёх, правым. Правым. Правым, 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 правым. Бочку пробиваем. Отлично. Правым, правым, левым, 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 левым. Табаню. Табаню. Слушай, Лёх, табанка работает лучше, чем крутилка. Какой, давай, стоп левый, стоп правый. Понял. А? Понял. Стоп право. Наоборот, работаем правым. Стоп лево. О, все работает. Нам надо сейчас с тобой, да, максимально сюда подгрести. Работаем правыми. А вот дальше нас разводит. Получается, будет разворачивать, наверное, да? Фух, ну с Богом. Я даже не знаю, Лёх, что надо будет делать. Левая стоп! Левая стоп! Лёх, сейчас будем левым. Левыми! Правыми! Правыми! Левая стоп! Левая стоп! Левая стоп! Отпускай! Правая стоп, правая стоп, правая стоп, правая стоп. Лево, правая стоп, правая стоп. Ходу, бьем, бей. Мы это сделали. Да? Давай, если что, прыгай назад, ноги перебивай, мы молим. Лево, парковка! Если что, говорит. Если что, прыгаем на задницу и молимся. Где парковка? Вот, наверное, смотри, здесь. Наверное. Камни, камни! Я думаю, что это и есть порог. Ну а что нам делать-то? Здесь даже выйти некуда, чтобы осмотр делать, как он пишет. Ну что, пошли? Да пошли, а что у него смотреть? Парни, без осмотра! Жилеты детям оденьте! Порог, да? Да! А может и нет. Стой, 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 стой. Без резких движений.
Стоп. Вы куда летите-то? Тормозить! В нас не врезайтесь! Что происходит? Тянет. Так, только задом не заходим. Сейчас, Лех, погоди. Лех, аккуратненько. Стой, Лех. Леша, нет! Леша, нам нельзя направо! Влево! Опа, подтекает! Направо нам? Уже... Сюда, слева идем? Да. Тут вот обливняк, аккуратно. Табаню правым, я сам, Лёк, все. С Богом. Да тут там непонятно, Лёх. Ну давай вот в язычок пойдем. Вот сюда, да. Да. Вот, а там, в эти самые, как его, там уже по валам прокатимся. Вот везучочек. Вот как идем, отлично. Все, и вот после поворота, Леха, она уже стоянку надо искать. Только чтобы нас не развернуло, знаешь, лучше против течения чуть-чуть можем пройти. Вот она. Да ладно. Тапок и весло. Пошли, блядь. Весло поймали. Остатка мы не дойдем. Так, следующий порог. Подождите, а кто будет снимать? А кто снимать будет? Где Тёма? Следующий порог. Косо низкий вроде. Порог косо низкий. Воду вычерпывали. Да?
Да, очень тяжело. А что мы ставим? Самое главное камень, Сань, который вон. А? К краю, к левому прижимаем. Давай. Заворачивать? Давай. По центру. Давай. Ага. Оп! Давай! Давай! Так, а это поробка Санистки. Мы с Лехой прошли, даже практически воды никакой не черпанули. Прям чуть-чуть. Но ударило в плащ, и все норм. Баркас, он идет с лодкой. Давай. Вывози. Красавчики. А? Не видно камни, которые в воде так ехали. Да. Сели, да? Ох, эти камни. Давай правее, давай правой. Там камень. Камни.
Давай, право, 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 наоборот, наоборот, другой. А? Что сделаем, слезем? Не надо, не надо. Давай я тоже вслезу. Не да? надо, я сейчас за... Да там камни, мы туда не выйдем, наоборот. А наоборот, а где толкать, не успеешь здесь? Подожди. Так, на. Вдоль нас прям! Давай чутка, подвинем чутка. Подожди, тебе если ты успеешь закинуть и сесть. У нас с тобой вариантов нет, а? Давай, давай. Успею, давай. Оп. Оп. Сейчас, сейчас, погоди. Сейчас, погоди. Подожди. Подожди. А? Все, залез. Залез? Давай. Давай, давай. Толкай. Толкай. Давай. Фу. Давай правее, правее. Оп. Давай, пацан. А? А? Слышь, Абаню, Табаню, Хуяню. Хо. Хо. Фу. Сели на камень, ёпта. Ну идем, мужики. Прям по берегу, да? А не слева, смотри. Давай, 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 давай. Fucking shit. А? Да, 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 вы поняли. Ой, какое красивое место. Мы на камень сели, блин. Вот на пороге набрали воды. Много-много. И черпаем уже 5 минут. Литров 100, наверное, залетело. Если не больше. Порог оказался весьма неприятным, потому что мы его по-нормальному прошли, по валам прошли, бочку избежали. Но в конце сели на камни, которые не видно с воды вообще никак, на обливники под водой. И еле стащили с них байдарку. Вот такой вот старый разрушенный мост. Говорят, парни, которые на него уже ходили, что ходить надо в третий пароход справа. То есть получается раз, два, три. Вот в этот.
И потом нужно уходить сразу налево, потому что справа какие-то камни. А? Прямо, да? Пейзаж Карелии. А мне что вручили? Озера Карелии. Изменилось после порога. Ну вот так вот и едем. Александр Игоревич, вас сзади брать или спереди? Вот лес стоит, вон сухие деревья. Проходим слева деревню Линдозеро. Шлем у нас немного торчит. Сейчас мы его задним, подожди. Шлем. Отлично. Красавчики! А дальше говорят Шевьера. Пошел дождик, как всегда, в нужный момент, да, Лёх? А что это с ними? Ёб твою мать! Там бочка. Да нет, там бочка. Лёх, пусть зальет, но только не боком. Лёх, я прыгнул вниз. Шевер.
Где урод? На месте? Давай, Лёх, вправо пытаться. Вон туда давай пытаться. Да я вон пацану страховать. Да. Давай вправо, да, пытаться. Разворачиваться. Течение. Лёг у нас полный, воды. Можно? Сапоги мокрые. На берегу хотя бы, или как? Да я уже не знаю. Так, пока разворачиваемся и перед видим. Весло, весло, Лёг, слева. Синее. Сделаем. Саш. Да я вижу. Как идем задом? Успеем развернуться, не очкуй. Так, еще будем у берега шарковаться. Так, я равняю. Ай-яй-яй. Подожди, выравниваю. Ой! Там камни, камни, камни. О, давай, 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 побыли. Подожди, толкай, толкай. Камень, камни, камни здесь. А? На какую? Как на камень сядешь? Здесь камень. Надо отсюда назад, назад. Здесь камни. Видим. Весло не нашли? Весло не нашли? Да-да-да. Идут. Давай, давай, погнали. Главное, чтобы не боком встать. Давай чуть-чуть выровняемся. Смотри впереди, Сань, камни, чтобы камней не было. Идем в нехорошую тему. Вот, спокойно. Симпат. Давай, давай. Ок. Тихо, блин, вообще тихо.
Между нами метает лед. Парни. Метает лед. Теперь нас никто не возьмет. Несинхронно. Давай лихо здесь возьмем полевее. Чуть-чуть. Отлично, идем, идем, Надик, идем. Отлично, отлично, отлично. Лёха, вот эта бочка варит. Вот она, видишь? Да, вот та плескает. Вот думаю, как пройти. Нам сюда тоже нельзя боком. Пропускаем, пропускаем, пропускаем. Лёха, если бочку будет тянуть, я кричу ходу, и ты начинаешь тем веслом, где она у тебя будет. Будет слева, будешь слева. Будешь правым, значит правым. Понял? Лёх, давай влево грести. Слева её обойдём. Тихо-тихо-тихо. Обойдём-обойдём. Мне нормально. Понял. Бери вправо, бери вправо. Ну чё, можем дальше идти? Идём. Идём. Остановки. Прямо. Застряли. Как идем? Погнали. Боком встанем. Боком встань. Давай так уже. О, гребем. А что? Так, вот в турклубе «Графин» вам подскажут, расскажут и научат, как провести отпуск весело, задорно и с комфортом. Вот. Пожалуйста. Вот я на все это дело смотрю. И если мне жена когда-нибудь скажет, давай купим увлажнитель воздуха, это будет красная линия. Грибаем. Уже неплохо. Язык, Лёх, идем. Валов слева избегаем. А вот прямо валы тараним. Отлично, Лёх.
У меня корму залил. Слушай, по таким валам, Лёх, по таким валам, короче, даже весло, даже табанка не работает. Удержали, отлично. Отгребаем от правого. Без резких. Отлично. Табаню правым. Все. Тут, мне кажется, уже, Лёх, без разницы, где сидеть. Прости, господи. Да, чуть-чуть отгребем. Вот валы, чё. Я сейчас, знаешь, как ее развернул? Просто, короче, весло не работало в воду, и я им вперед, Лёх, махал. Понял? Ой, давай справа отходить. Там камни. Да вижу. Да, все. Ну идем, все, ровненько идем. Вижу. Ливняк, наверное, давай чуть полевее возьмем. Отлично, Леха, отлично. Красава. Рафтинг мазов покажем. Вижу. За нами в 20 метрах лодка. Давай слева. Справа камней слишком много. Видишь, там разбой камней. Вот здесь идем, да. По валам. Рафт это даже не почувствует. Вот, и где-то здесь было написано, после вот этого порога должна быть стоянка. Справа стоянка, Лёх, должна быть. Там надо сделать перекур. Потому что дальше, по-моему, плюс будет. Давай пройдем чуть-чуть. Ага, по дуге, как они. А то здесь, мне кажется, камни. Вижу Тёму. Вижу лодку. Вот такая стоянка за очередными порогами. Лёх, там камень внизу. Лёх, там камень внизу на сливе. Внизу будет камень торчать. Видишь, волны, а за ним камень. Вот нам надо не дать нас влево выкинуть. Надо вправо уходить.
Ну, значит, это не тот порог, про который он писал. Хотя... КЗ. О боже, опять обливняк. Ладно, немного набрали. Вот валы нехилые, нехилые валы. О, блин. По валам. На них, Лёх, на них. Че, лодка встала? Че, попытались справа подойти к ней, а справа камни, мы ничего не смогли. Вроде пошла, да? Пошла, пошла, пошла. Центру. Ух ты, ёшкин меч. Слушай, да вижу. Да-да-да, давай между ними. Подцепляй. Там же, посмотри, где, блядь. Вон камень, камень большой. Все нормально, нормально, погнали. Да ладно, у нас там есть. Все, погнали. Вот такие валуны в русле реки. Ледник, одним словом. Давай вот, да, слева, входим. Thank you.
Так, камни, смотри, вон бам-бам. Видишь? Надо правее, мне кажется, надо. Нас течет, давай. Саня, работаем в другую сторону. Вон камни. Выравнивай. Камни, камни, вон камни. Нам по правой стороне, походу, надо. Нас влево уносит. Ты смотри, как нас влево уносит. Там вот что интересно, да? Ой-ой-ой-ой-ой! Вижу, вижу, Леха! Кренись вправо, кренись вправо! Норм, норм! Все, сели, сели. Сейчас дай подумаю. Вставать надо. Не слезете, вставать надо. Надо было слева идти по струе, как я и говорил. Лех, у нас с тобой один вариант. Надо вставать, вот сюда ее ставить и вдвоем садиться. А тебе вот на эти камни переходить. Сейчас, погоди. Сиди пока. Нос у тебя двигается, нет? У тебя нос не двигается? Нет. Просто если мы жопой пойдем, я могу свой нос перенести. А то можно просто поменять, так сесть. Понял? Ты свой нос меняешь, не сядь. Ну, нас тогда жопа несет. Лех, тебя поток не снесет вот здесь вот, если ты встанешь. Ну, не должен. Ну, скользко, скользко, опасно, опасно, погоди. Что сделать надо? Ну, я бы развернул прямо сейчас. И мы синхронно бы с тобой сели бы и вперед носом бы полетели. Да, например, так. Я удержу. Я удержу, удержу. Вот. Во-во-во, делаешь. Красава, Леха. Держу, взял. Что, сажусь? Да, тебе надо сесть. Я держу. Давай, я пока не полностью, чтобы ее нагрузить. А то? Подожди, а что случилось? Слезем? Погоди, погоди, еще вперед. Садись полностью, садись полностью. Что говоришь? Сюда. Ты как хочешь? Я думаю, вот так. Ты будет. Мне главное успеть сесть. Да я просто проверяю, как она поедет, не поедет. Леха, ты можешь вправо нос повернуть? Так, должна поехать. Должна будет поехать.
Это вообще. Что-то они не идут. Лёша, Лёша! Нам ноги еще освободить. Чтобы если что. Ух, там смотри. Смотри, как. Катя от всех валах так надо. Если по чесноку. Со стороны мы просто это не видим. У нас сегодняшний стоян. На данный момент мы не на том уровне. В следующем году на Луке по походе вообще. Можно даже. Ну что здесь можно сказать? Вот начали собираться. И опять пошел град. Опять все мокрое. Руки уже все. Растрескались. Губы растрескались. Это какой-то ад. Просто вот неделя в аду. Солнце есть. Бабах. Дождь, град. Вот пошел зубы чистить на речку. Кругом было одно солнце. Проходит 30 секунд. Ветрюга, туча, бубух. И опять все закидали в палатку. Опять все мокрое. Короче, у меня нет слов.
две. Подай, что ты там? Вот туда, с левой стороны нам надо будет сейчас с тобой. Погоди. Сейчас пройдем. Фух. Давай 5 бочков. Идет первая. Толкните ее. Толкнули уже раз. Давай скорость наберем. А теперь выравниваем. О. Не, ну там видишь, камни, вот так идем. Вот так идем. О! О! Ага! О! О! Нормально, так. Вы боялись, что там занесет? Ну, надо правильно зайти. Да! Сейчас не знаю, если обосрешься, цеплю.
Выравниваем за ним, за ним. Выравнивай. Нам нужно чуть прямее. Чуть прямо. Вот. Да, гребем, Сань. Камни. Давай. Давай. Разворачивай чуть-чуть. Ну давай, выпрямляй. Разворачивай, разворачивай, блядь. Фу. О, какие красивые берега, да? Смотри, какие скалы. Ну, слушай, вот реально, то, что короткая к лодке, как-то у нас все нормально, да? Прям короткая дистанция. Базара нет, хорошая мысль. А? Красиво впереди такое. Да, да. Туда нужен флаг, графина.